уже потерялся во времени. Я не помню, когда я здесь оказался в столь прекрасном, замечательном месте. Опа! 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 Людей здесь действительно много, несмотря на то, что уже давно конец рабочего дня. И вот вопрос, откуда берется столько энергии и мотивации у ребят, чтобы прийти сюда и играть. А потому что мы спортивные, молодые. После баскетбола мы вот берем инвентарь вот там вот у охранника. Кстати, инвентарь очень качественный, все круто. И вот идем на настольный теннис играть. Смотрите, сколько народу. Вообще класс. Я думаю, мне ни одному нравится. Все в свободном доступе, бесплатно. Ракетки, мячи. В спортивном кластере жизнь бурлит весь вечер, и кажется, что движение здесь не прекратится на протяжении всей ночи. Если честно, я даже не ожидала здесь такого большого количества людей. Здесь просто сделали все невероятно красиво, удобно, прекрасно и очень здорово. Погода хорошая, не сидеть же в такую погоду дома. Да, здесь разные разновидности спорта. Можно как и баскетбол поиграть, пляжный волейбол, бадминтон, футбол. Обычно не хватает времени, то, что прийти сюда днем, а так как можно приходить без ограничений, то это делает место еще привлекательней.